Для этих волос я использую шампунь Кеа. По той простой причине, что волосы подвергались химическому воздействию. Волосы повреждены. Их необходимо увлажнить и придать блеск. И этого я смогу достичь, используя шампунь Кеа. Нам необходимо количество шампуня величиной с лесной орех. Больше не нужно, ведь это концентрированный продукт. Сначала обязательно распределяем шампунь на руках и только потом наносим на волосы. Это очень экономичный продукт. Начинаем мыть голову спереди от области лба, массируем круговыми движениями. Затем опускаемся вниз к ушам, вдоль висков слегка надавливая. Затем от висков идем вниз также круговыми движениями. Поворачиваем руки и от шеи снова вверх. Кладем руки на затылок и от затылка движемся к области лба. Уже во время мытья заметно, что волосы становятся более мягкими. Это такое очень приятное чувство мягкости после использования шампуня. Итак, наносим небольшое количество шампуня. Хорошо массируем волосы и тщательно смываем. Это самое важное. Нельзя, чтобы на волосах оставалось средство. Смывать нужно не менее 2 минут, чуть теплой водой, и при смывании также постоянно вспенивать шампунь. Если продукт тщательно не смыть с волос, то они будут очень жирными, потому что остатки шампуня утяжеляют волосы. Лучше смывать на 1 минуту дольше, чем меньше. Уже на влажных волосах заметна разница. Ощущение такое, как будто волосы обработаны средством для лечения. На самом деле, очень приятное ощущение. Итак, после тщательного смывания волосы готовы к использованию подходящего кондиционера. В качестве дополнения к шампуню мы берем кондиционер Rich. В таком же количестве, как и шампунь, с лесной орех. Также распределяем по поверхности ладоней и наносим на волосы. Немного наносим на кончики волос. За счет большого количества активных компонентов волосы сразу легко расчесываются, становятся послушными, но не утяжеляются, как при использовании обычного кондиционера. Так вы можете ухаживать за своими волосами, даже если они очень тонкие. Волосы не утяжеляются и при этом получают все питательные вещества, которые им необходимы. Что касается времени, нам нужно минимум 5 минут. Чтобы достичь оптимального эффекта, можно оставить средство на 10-15 минут. Совет для домашнего применения. Можно нагреть полотенце горячей водой и обмотать его вокруг волос с нанесенным на них кондиционером. За счет теплого водяного пара от полотенца активные компоненты будут еще лучше проникать в структуру волос и восстанавливать их. Смывать кондиционер следует чуть теплой водой, при этом массировать волосы круговыми движениями. И в промежутке мы убираем воду и массируем волосы, чтобы удалить последние остатки средства. После массажа еще раз тщательно промываем волосы теплой водой. При длине волос такой, как у моей клиентки, то есть для достаточно длинных волос, смывать кондиционер следует в течение минимум 2 минут. Минимум. И еще один совет от меня. В конце быстро ополоснуть волосы струей холодной воды. При этом верхний слой на поверхности волос закроется, и они будут выглядеть более ухоженными. Для моего клиента я хочу использовать шампунь Acuba Balance for Men. Специально разработанный для мужчин шампунь. По количеству на такие короткие волосы нам нужно максимум вот столько. Женщинам с короткими волосами необходимо такое же количество шампуня. Важно хорошо распределить шампунь по поверхности ладоней и затем нанести на все волосы. После шампуня я использую кондиционер Rich. Его можно применять как мужчинам, так и женщинам. Для мужчин с очень короткими волосами требуется совсем мало средства. Достаточно количества размером с горошину.
Так как у моего клиента натуральные, неповрежденные волосы, ему подходит кондиционер Rich. Он увлажнит волосы, но при этом не утяжелит их. Необходимо оставить средство на волосах в течение 5 минут, а для интенсивного ухода от 10 до 15 минут. Смывать нужно также не менее 2 минут очень тщательно. После того, как я помыл голову моей клиентке шампунем Color, я беру маску для ухода за волосами. Это богатая питательными веществами маска. Она ухаживает за волосами благодаря большому количеству масел и питательных веществ, придает волосам блеск и восстанавливает их структуру. Очень эффективно использовать эту маску для ухода за поврежденными волосами, такими как окрашенные, мелированные и тонированные, а также волосы с химической завивкой. Для такой длины волос, как у моей клиентки, по плечи, необходимо максимально вот такое количество маски. Важно хорошо растереть маску в руках. И обращаю внимание, маску наносим только по длине волос и на кончики, не на корни. Если нанести маску близко к корням, волосы потеряют объем. Прядь за прядью мы наносим маску на волосы. Немного сильнее обрабатываем кончики волос, но не трем, а только наносим маску. Для того, чтобы правильно распределить маску по волосам, я беру щетку с частыми зубьями и прочесываю волосы по всей длине, распределяя таким образом маску по волосам до самых кончиков. Уже при расчесывании заметно, насколько послушными и эластичными становятся волосы. Время действия маски минимум 10 минут. Чтобы действие было интенсивным, можно так же, как и при использовании кондиционера, обмотать голову теплым полотенцем. Итак, время воздействия закончилось. Мы тщательно смываем маску. Сначала я быстро ополаскиваю волосы струей воды и массирую. Во время массажа, так же, как и во время мытья головы, мы начинаем спереди, от области лба, затем опускаемся вдоль висков, затем за ушами и снова вверх, от затылка ко лбу. Таким образом, маска оптимально распределена по волосам. Это чувствуется, какими эластичными стали волосы. И теперь окончательно смываем маску с волос теплой водой. Чтобы удалить остатки маски с волос, ее необходимо смывать в течение 3-5 минут. И во время ополаскивания нужно постоянно вспенивать маску рукой, постоянно взбивать, чтобы удалить все остатки. За время воздействия волосы берут из маски необходимое им количество питательных веществ, а избыток мы удаляем с помощью теплой воды. И в завершение ополоснем волосы струей холодной воды. При этом верхний слой поверхности волос закрывается, и все питательные вещества остаются внутри. От этого блеск будет более интенсивным. После того, как я помыл волосы моей клиентки шампунем Кэя, у меня есть возможность выбора между двумя вариантами дальнейшего ухода. Первый вариант – это несмываемый кондиционер. И второй вариант – кондиционер, который смывается водой. Но я остановился на более быстром варианте.
Это средство необходимо лишь нанести на вымытые волосы и не нужно смывать. После его нанесения волосы легко расчесываются. Оно улучшает структуру, сохраняет цвет, оптимально увлажняет волосы, а также защищает их от механического воздействия, такого как сушка феном или выпрямление утюжком. При использовании этого двухфазного спрея, а это спрей, очень важно тщательно встряхнуть его перед применением, для того чтобы обе фазы перемешались. Затем, прядь за прядью, мы распределяем средство на волосы. Очень хороший вариант для тех, кто спешит, но тем не менее хочет позаботиться о своих волосах после мытья и увлажнить их. Итак, волосы отлично расчесываются, без сопротивления. Это идеальный уход для нормальных и сухих волос.